Sir William. Сэр Уильям, поскольку вы и ваши воины из области, издавна поддерживающий клан Балиоли, можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку и в дальнейшем наших законных прав? К черту клан Балиоли! Они приспешники Длинноногого! Господа! Черт! Господа! Пришло время провозгласить короля! Нет, нет, стойте! Значит, вы готовы признать законность нашего претендента? Вы всегда были против законности! А то, что там написано, разве не ложь? О, нет! Там все правда! Я требую признания этих документов! Там сплошное вранье, и вы сами это знаете! Там вранье! Ложь! Ложь! Остановитесь! Перестаньте! Стойте! Сэр Уильямс, куда вы? Мы разбили англичан, но они вернутся, поскольку вы не хотите объединиться. А что вы? Я вторгнусь в Англию и разобью англичан на их земле. Вторгнетесь? Это невозможно! Да? Почему это невозможно? Вы так озабочены дракой за крошки со стола, которые вам бросает Длинноногий, что забыли о праве на лучшее, которое дал вам Бог! В этом наше различие. По-вашему, народ существует, чтобы обеспечивать вам ваше положение. А я считаю, ваше положение существует, чтобы дать народу свободу. Именно для этого я иду туда. Что он несет? Он совсем рехнулся. Подождите! Я вас понимаю, но не забывайте, что у них земли и замки. Для них это риск. А на поле битвы простой человек рискует меньше? Нет. Но самосознание у этой страны совершенно отсутствует. Знать находится в союзе с Англией, а кланы воюют между собой. Да. Да? Если с обеих сторон у вас будут враги, вы мертвец. Ну, мы все умрем. Вопрос только как и для чего. Я не боюсь. Я хочу того же, но нам нужны дворяне. Правда? Да. Дворяне. Объясните мне, что значит быть знатным. Ваш титул дает вам право на престол. Меньше всего важны титулы. Народ пойдет за мужеством. Народ знает вас. Простые и знатные люди уважают вас, если вы поведете их по пути к всеобщей свободе. Они пойдут за вами, не задумываясь. И я тоже.